Сегодня спонсор нашего выпуска я. Я такой вкусный. Господи, твой. Я говорил вот так. Хватит тут нырять. Ой, господи, не должно было этого произойти. Ты слышал? Ты слышал? Ты слышал? Ты слышал? Мне кажется, меня бьют. Ну, типа, по-моему, игра... Вперед! Не-не-не, я сбоку пойду лучше. Так, я могу с этой штуки? Твоя лошадь не может сюда добраться. Я не на лошади пытаюсь. Ясно, мне через главный проход, походу. Ура! Подожди, рука устала. Починили игру, говорит. Починилась игра, я понимаю все, но блин. Я победил. Будет канализационный туннель. Просто старая стамеска. Составьте список на затишье. Самый темный лес. Иди сюда, ты. Не дайте ему уйти. Они меня зовут. Тут никого нет. Что со мной творится? Тут можно найти. Да вот тебя, блин, убьют сейчас. Наверное, я слышу, он меня зовет старого побега. Я иду. Везде ищите. Дяденька, я вас поцелую, только уходите. Жать мне уж пару. Пойди, зови, то ж я заболел. И вахту не кончил, бросаю. Весь потом мы сёк. Это было озвучено? Я не мог работать, нет сил, умираю. Ты вахту не кончив, не смеешь бросать. Да те, кто потом на YouTube будет смотреть чат, просто... Все? Нет. Так, это уже на меня. Ну ты хеликоптер, ты все сломал. Кто сказал, что в игре озвучка плохо? Сыпа. Господи, так. Она зарыдает, а волны бегут от меня. С тех пор, как умерла леди Уорн, еда гниет. Но мы все равно скоро помрем. Мужик, ты видел, тут прыгало нечто какое-то, нет? Мужицкий. Я сегодня видел видео на ютюбе. Как оно называется? Сейчас, подожди, я тут понял.
начала жить с парнем, как посрать незаметно, короче. 400 тысяч просмотров. И она на полном серьезе, там такая девочка-няшечка говорит про то, что типа, ну, при парне, извиняюсь, срать это, ну, стыдно. Что западло, типа, да? Стыдно? Ага. В смысле, так, блин, сри не при нем закрой дверь. Дверь закрывать надо, дура, я думаю, писать. Так, ну и короче... Сука, в туалет ходить надо. Пиши просто. Там скоро Extinction выходит, будешь с ними? Смотри. Ой, я, по-моему... Я хотел выпендриться и, по-моему, что-то сломал. Видишь, я могу прямо сейчас запустить, но я пока скован эмбарго. А еще я идиот. Можно побыстрее, пожалуйста. Куда я? Куда? Боже, это звучит. Несколько динамитных шашек. Такая вещь всегда. А, это легкие. Ага. Так, хорошо. Я думаю, что он ничего не понимает, но ему все равно не очень хорошо. Так, я, пожалуй, попробую ему как-то помочь. Вот черт. Ладно, ладно, я сейчас уйду. Тихо, тихо, тихо. У меня папа вами владеет. Среди... Так, тихо, спокойно. На игровому стримеру на Твиче. Эту хрень надо убрать, я забыл. Так, спокойно. Он проснулся. Я слышу, как, как он двигается. Ломай дверь, идиот. Нет, зачем? Я, блин, дурканул. Уэн Гнатха. Блин, ты заканчиваешь. Аэмна. Аэмна. Блиск. Вблизь гнак. Вышел она, блин, запел она. Как она ебану бы порожена, ну так потерял на сознание, блин. А я Рик Зенгро. А я Гид. Здравствуйте, вы не подскажете, а где... А где ваш муж? Я ищу Брайана Бернама. Хватит ко мне с вопросами приставать. Ладно, не больно-то и хотелось. Не больно-то и хотелось узнавать. Дочка, вот ты потом тянешь, и все. Ты в первый раз такие яйца видишь? Такие, типа... Да. Оно не чистится. Оно не чистится. Ай, мама, оно не чистится. Дай сюда, господи. Мама... Я воин, а ты что пришел? Тебе никто ничего не даст. Он урод, не ешь его. В смысле, не ешь, в смысле, не показывай. Вот. Типа, я тут культистов убиваю. Мам, я культистов убиваю. Знаете, об что он постучал? Да, они почувствовали, я думаю. Но я не очень умен сегодня. Ну почисти, я же играю в игру. Ты прикалываешься, что ли? Ну почисти. Все, блин, я воюю. У нас тоже как урод. Короче, это какой-то... Почистилось как урод. Плохое яйцо. Не показывай его никому, просто выключи камеру и съешь. О, боже. Почистила. Даша Сморк. В картине нет ничего интересного. Угу. В ящиках ничего интересного нет. Ему больно, убей его. Угу, так. Я тарелку жду. Меня стреляют.